В Куртубинском районе прошел вечер памяти, посвященный столетию со дня рождения Орынгали Сенгазиева, ветерана Великой Отечественной войны, занимавшего ответственную должность в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел. В памятной встрече приняли участие родные и близкие ветерана. Все дальше от нас уходит эхо Великой войны, но пока нам есть о ком помнить, о тех, кто проявил мужество в войне и в мирной жизни трудился за страну. Один из них – полковник Орынгали Сенгазиев. Уроженец Куртубинского района долгое время занимал ответственные должности в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел. В мероприятии, посвященном ветерану, приняли участие родные и близкие фронтовика. Выставку организовали сотрудники областного историко-краеведческого музея. Из музейного фонда на выставке представлены личные вещи нашего ветерана. Мы по крупицам собирали эти экспонаты. 10 лет назад специально ездили в Алматы, чтобы собрать информацию, документы и его личные вещи. Очень рады, что сегодня на мероприятии присутствуют его родные и близкие. Орынгали Сенгазиев проявил героизм в освобождении Латвии, Литвы, Польши и Румынии. И в мирной жизни его деятельность являлась ярким примером для молодежи. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Череду юбилейных торжеств мы начинаем на его родной земле в Куртубинском районе. Отрадно, что сегодня собралось немало его соотечественников, земляков, которые о нем помнят и чтят его память. Спасибо большое организаторам мероприятия. Участники «Вечера памяти» поделились теплыми воспоминаниями об Орынгали Сенгазиеве. В ходе мероприятия были прочитаны стихи и песни о войне. Альбина Кумургалиева, Айдос Кисемов, телеканал «Акжаик».